друзья, это «Партийная зона», «Лайв», «Муз-ТВ», и рядом со мной девушка в белом. Это так эксклюзивно. Белом. Привет, я очень рад тебя видеть. Ты невероятная, как всегда, красавица. Скажи мне, вот наступила весна. Есть какая-то у тебя традиция, что нужно сделать весной, чтобы вот так классно продолжать выглядеть? Я не знаю, там, яблочный пилинг какой-нибудь. Сегодня утром я проснулась, поняла, что весна все-таки еще не наступила. Но у нас было пару деньков, чтобы поймать это настроение. Мы, конечно, уже не согласимся опять уходить на зимовку. Поэтому, чтобы было хорошее настроение, балуйте себя, кушайте вкусную еду, влюбляйтесь, одевайтесь во все белое. Про вкусную еду сама стройняшка качается, я уверена, каждый день и соблюдает диету. Ну, особенно после песен Жигана, знаешь, тут особенно не расслабишься. Я просто много занимаюсь спортом, но я и ем много. То есть прямо тортики на ночь? И тортики, и сегодня вот ела даже хачапури, поэтому, что очень люблю. Вообще люблю тесто, так что не бойтесь, друзья, если есть спорт, минимум 3 раза в неделю вы можете кушать все, что вы захотите. Вот, собственно, и секрет Наташи. Наташ, ты в своем твиттере пишешь: женственность – это гармония, естественность и чувственность. А для меня это еще и правила. Какие правила? Мы хотим все знать. Женственность, чувственность и гармония. Как мне кажется, что это и есть такие 3 кита, на которых именно я стою. И, наверное, поэтому так вот выгляжу. А выглядит Наташа, надо признаться, сейчас я подберу слово какое-нибудь цензурное, очень круто. Наташ, слушай, ну твои песни знает вся страна. То есть тут даже не надо за словом в карман, их просто поют и знают все. Скажи, ну вот из нового репертуара, ты же изменилась, ты стала светской дамой, мамой, ты такая действительно из девчонки превратилась в женственную невероятную барышню. Вот песни Наташи сегодняшнего дня, какие любит твой зритель? А ты знаешь, что мой зритель, он взрослеет вместе со мной. И когда я начинала свою карьеру, это были дети, там, 13, 10, 8 лет. А сегодня это молодые люди уже с каким-то багажом, жизненным опытом. И они меняются вместе со мной, но при всем при этом они не забывают те песни, на которых там выросли, да, которых полюбили. Поэтому им нравится и то, и другое. Начинаешь играть только новые песни. Ну вот новую, какую вот они любят? Очень нравится «Зачем?». Видимо, клип работает. Почему? Зачем? Да. В конце концов, благодаря вашему каналу, в том числе. Большое спасибо Муз-ТВ за поддержку. Наташ, ну а мы тебя благодарим. Ждем, не дождемся твоего выступления. Это «Партийная зона», друзья. Только лайв, только классные песни, только девушки в белом сегодня. Ну что же, друзья, «Глюкоза» в гостях у «Партийной зоны» в прямом эфире. И вы прекрасно видите, как ее разрывают фанаты на части, делают селфи. Друзья, прикоснуться к звезде можно только здесь, на «Партийной зоне» в прямом эфире. Ну что ж, я попробую. Наташа, я хочу тебя похитить. Я хочу похитить. Друзья, разрешите мне украсть ее ненадолго, потому что мне тоже хочется немножко с ней пообщаться. Спасибо вам большое. Наташа, у меня к тебе такой вопрос первый. Этот год и предыдущие годы, они открывают новых артистов с каждым днем, даже с каждым часом. Скажи, для кого ты себя открыла в последнее время? Даже из западных артистов, может быть, из другой вселенной? Россия, конечно, разрывает весь мир, и Россия не является исключением. Сегодня замечательный артист выступал, Чиган. Мы тоже его песни слушаем, мы знаем, мы дружим. И вообще, мне последняя песня очень нравится, что... Скажи, она мотивирует? Она мотивирует. А вот, ну, на самом деле, ты прекрасно, идеально выглядишь. Есть запасик, то есть я могу кушать. Я специально надела костюмчик пошире. А у меня вот тебе такой вопрос. Как вот хватает времени на все? Концерты, выступления, съемки, спортзал? Как? Огромное желание все успеть. И тогда все получается. Все-таки наша работа, ну, для меня, это образ жизни, поэтому эти вещи не разделяются. А теперь у меня такой вопрос к тебе. Скажи, купила ли ты билет на 5 июня на премиум Муз-ТВ в Астану? Собираешься ли ты поехать?
собираюсь поехать, и билет мне даже Муз-ТВ подарили. Поэтому будем зажигать! Друзья, кому не подарили билеты, kassir.com, там можно приобрести билеты. Слушай, у меня еще где-то вопрос. Уже пора такая летняя, можно сказать, ну, кроме сегодняшнего дня. А планируешь ли ты куда-то в дальнейшем сейчас отдыхать, теплую страну, расслабиться, отвлечься от всего то, что происходит здесь? Конечно, бы хотелось бы куда-то полететь, но я думаю, что следующий отпуск будет уже летом, потому что совсем недавно каталась на лыжах. Вот. И, если честно, я соскучилась по весне. Хочется вот именно этот период пережить, поэтому буду ее встречать в родной Москве. Вот. Ну, куда-то буду улетать на гастроли, но быстро возвращаться. Слушай, на самом деле было бы здорово, если бы всегда была весна. Ну что ж, спасибо тебе большое. Я провожаю тебя на сцену готовиться, друзья. А я вам хочу напомнить то, что 5 июня премия Муз-ТВ состоится в Астане. Билеты можно приобрести на kassir.com. И добраться до Астаны можно на всем, чем можно. На лодке, на самолете, на воздушном шаре, на поезде, на космическом шаттле. Друзья, это партийная зона, прямой эфир, Вегас. Здесь всегда жарко, громко. Фух. Да, друзья, я не вру, говорю только правду. Люблю вас. Весна же. Ура! Глюкоза на сцене. Глюкоза ностра.
ТВ, привет! Как дела у вас? А что вы там, засыпаете уже? Просыпаемся, друзья! Я думала, ты придешь, хотела в твои глаза еще посмотреть тепло. Опять между нами дождь и 10 шагов назад. Куда это привело? Весна уже в ваших сердцах? Скажите мне, самое время влюбляться. Не бойтесь этого. Спрятаться от нас с тобой. Вся комната
я ночью у окна с ментолом, сигареты и сижу одна. Размазанная тушь и порванная нить. Я не могу секунды без него прожить. Не выдержу опять, я буду ему звонить. Я не могу секунды без него прожить. Возьми меня за руку и дай мне тебя обнять. И я не могу, не могу, не могу, не могу тебя терять. Возьми меня за руку и дай мне тебя обнять. И я не могу, не могу, не могу, не могу тебя терять. Как будто не дышу, ты трубку подними. Я чувствую, что в этом мире мы одни. Прости меня, прости, пути я знаю все, но все равно они ведут опять к тебе. Возьми меня за руку и дай мне тебя обнять. И я не могу, не могу, не могу, не могу тебя терять. Возьми меня за руку и дай мне тебя обнять. И я не могу, не могу, не могу, не могу тебя возьми меня за руку и дай мне тебя обнять. И я не могу, не могу, не могу, не могу тебя терять. Возьми меня за руку и дай мне тебя обнять. И я не могу, не могу, не могу, не могу тебя терять. Возьми меня за руку. Ну, мне, конечно, хочется, чтобы у вас была надежная, крепкая и верная рука. Ну и, конечно, бабочки в животе, правильно?
глазам. Ты мне веришь, ты сказал. Каждой клеточкой своей я запомню этот вечер встречи. И бабочки в моем животе — это любовь к тебе. Не спрятаться, не скрыться. Бабочки в моей голове — это после любви. Если так случится, бабочки в моем животе — это любовь к тебе. Не спрятаться, не скрыться. Бабочки в моей голове — это после любви. Если так случится. Андрей Григорян и Рита Че. Это была «Партийная зона». Лайв, друзья, не забывайте.